Как повысить FPS в играх на примере GeForce GTX 1050 Ti? Способ первый. Разогнать видеокарту. Правильный разгон даст прибавку в районе 5-6 FPS. Второй способ. Задействовать технологию NVIDIA Resolution Scaling в программе GeForce Experience. Смысл в следующем. При выставлении в игре более низкого разрешения, программа автоматически растянет изображение до разрешения вашего монитора. Дает ощутимый прирост FPS, но в то же время замыливает картинку. Третий способ. Использовать монитор с меньшим разрешением экрана. Чем меньше разрешение, тем больше FPS. Самый результативный вариант. Высокая производительность и глаза не вытекают. Если же данные варианты вам не подходят, смиритесь, эпоха GTX 1050 Ti, как ни прискорбно, уже прошла.